Вручение паспортов – это большое и волнующее событие в жизни молодых людей. В преддверии Дня народного единства главные документы юным сюжанам вручили глава района Михаил Елфимов и начальник полиции Александр Гладышев. Для Сергея Тюрнина это одно из самых важных событий жизни. С улыбкой на лице и с гордостью юноша получил свой паспорт из рук главы района. Это в дальнейшем поможет устроиться на работу и пойти в другие учебные заведения. А что еще? Ну, чтобы все знали, что я гражданин Российской Федерации. С этого дня начался новый этап в жизни этих юных ребят. Хоть им пока по 14 лет, они уже могут считать себя взрослыми людьми. Юрий Воронин, Максим Колосов. Новости провинции.